Берем лист нори, разрезаем его примерно до середины. Можно смазать силиконовой кисточкой рисовым уксусом, можно чисто, можно разбавленным. И на каждую четверть кладете начинку. Рис у нас, красная рыбка, творожный сыр и огурец. Рис мы варим в порционной зерноварке, очень удобно использовать именно порционную зерноварку для этого, быстро, не надо следить. Огурцы мы нашинковали на шинковке турбо. Ну и вместо огурцов можно брать авокадо, вместо творожного сыра можно брать любой плавленый сырок. В принципе, начинок можно делать много самых разных. Далее вы начинаете сворачивать вот таким вот образом. Раз. Немножечко приминаем. Два. Упс. И три. И затем острым ножом нужно разрезать по диагонали.